На уборку территории в районе учебно-тренировочного комплекса «Скалодром», где обычно любят отдыхать десногорцы и гости нашего города, вышли 20 активистов. За 4 часа работы ребята собрали десятки мешков мусора. Ежегодно цехобеспечивающих систем обращается к нам с просьбой во время сброса воды. Мы собираемся в нашей группе организации молодых атомщиков и убираем прибрежную полосу от стекла, мусора и различных забытых вещей нашими гостями. Хочу обратиться не только к десногорцам, но и к гостям нашего города, кто нас будет слышать, видеть. Пожалуйста, позаботьтесь не только о природе, но и о самих себе, потому что если все будут убирать мусор за собой, не будут бить стекло, не будут оставлять за собой бытовые предметы. Все, есть контейнеры на скалодроме, все можно вывести. И тогда у нас будет не только чище берег, дно водохранилища, но и будет безопасно. Безопасность, конечно, отдыха – это прежде всего. Молодые атомщики также примут участие в ежегодном общегородском экологическом субботнике.